Всем кулачка, вы на канале The Queen, и сегодня мы будем играть в Roblox режим Piggy Chapter 1, как мы обещали, с игроком. Так, игроком я сказал, все, мы с игроком будем играть. Будет интересно. Да. Ой, друзья, знали бы вы, как я тут уже устал. С одним чуваком. С Амидом, это капец. Да. Сколько времени уже потратили на то, чтобы пройти? Да, это вообще жесть. Надеюсь, мы хотя бы в этот раз пройдем. Что ж, это место, где последний раз видели свинку Джорджа. Что это был за звук? И, кстати, я звук у нас вырубил. Чуть-чуть потише сделал музыку в игре, потому что у меня за нее в прошлый раз авторские права прилетели. Авторские права — это плохо. Аж 3 жалобы на нарушение. Вот вы представь себе, 3 жалобы, что за дичь? 2 вместе ходить. Нам надо вместе. Чтоб если тебя ловят, и меня не поймали. Красный, не дай самому верху пойдем. Это не ключ. Дай самому верху. Это не ключ. А, шестеренка? Да, я вот возьму место шестеренок. Да, Пигги у вас. Ага. Все, Пигги проснулась. Да? Mm-hmm. Блин, ну хватит красные ключи брать, а? Я хотел красный ключ взять, а тут одна тёлка. Пиги у меня в столовой, и видимо у чувака тупо минус интернет. Он там все еще в столовой бегает, бегает на работе. Он вышел из столовой. Mm-hmm. Давай, да иди сюда! Ну чё она тупит, а? Вообще тупая. Вот это меня бомбит. Подстава? Да хватит, гляну, одни подставные, а, отвечаю, как они мне достали. Так, ладно. Фиолетовый ключ куда нужен? Ага, он у меня. А куда фиолетовый ключ нужен? Он у меня. Ну, я вроде куда? Куда фиолетовый ключ, ты знаешь? По-моему, внизу дверь. По-моему, в подвале. Короче, понял, нужно 2 раза тапнуть красный ключ. Нет, тут оранжевый нужен. Красный. Так, у меня еще сейчас. Это вообще-то там оранжевый нужен. Так, ладно, короче, он где-то наверху был. Тут есть одна комната, не открытая. Опять все позабирали. Ну что за фигня? Я, короче, жду, когда откроют это. Лазерную дверь. Чтоб первым взять все, что тут есть. А, стоп, тут второй этаж уже открыли полностью. Красный ключ. Пойдем в подвал. Вообще-то нужен оранжевый ключ. Да что это, там красный? Да это оранжевый был. У меня ощущение, что это красный. Так, лазера. Да, вот ты мне... Ладно, идем посмотрим. Какой там ключ нужен? И правда, давай пойдем посмотрим вместе. Какой файтинг жесткий. Да, я вижу. Бля, догонялки тут у нас. Бля, сейчас подставлю сюда. Вот, иди сюда. Да? Ты говоришь, ну, сюда нужен. Да, красный. Угу. Давай, папа. Да? Да, ну, красный, да? А, ну все, ну да. Ну капец, я тут смотрю, тут видно, что красный, но при этом это оранжевый, что видите. Красный, кстати, открыли. Блин, а. Били? Открыли оранжевую дверь? Нет. А где оранжевый ключ? Вот он где-то был. Ну куда его опять забрали? Да как? Стоп. Как в этой игре нормально двери закрывать? Стоп, я не помню, а мы открыли. Все окей. Ничего. Я не понимаю, как быстро дверь закрывать. Я тут щелкаю столько раз, но при этом не закрывать дверь. Внимание, вопрос. Это как? Внимание, вопрос. Как убежать от свинки Пеппы? Ответ. Просто бегите. Так, все, я уже... Пойдем в подвал. Да я никуда не могу сейчас идти. Короче, открыли. Открыли этот. А гаечный ключ куда-нибудь нужен? Бирюзовый открыли. Гаечный ключ нужен? Не знаю. Короче, у меня этот, я в подвал. Нет, в подвал я не пойду. Короче, нужно в подвал. Блин, гаечный ключ уже везде использовали.
А для чего нужны красные шестеренки? А красные, а активировать их надо там уж. Где? Так же, как и зеленые в той карте. И не так же активировать. А надо в подвал. Папа, аккуратно, дальше летит. Понятно. Короче, все, в подвале я сейчас, по-моему, буду. Все, отлично. Понятно. Блин, я... она тут-то ждет меня, а я, короче, это. А, лол, все, я, короче, в этом. В подвале. Подвал открыт. Все, подвал открыт. Это который на улице. И нужен фиолетовый ключ. Фиолетовый есть? А, шестеренки, я не знаю. Зачем? А фиолетовый ключ? Да. Фиолетовый а ключ где? Подвал. В самый вниз там. Там, где улица, там подвал. У тебя есть? Нет. Но я, по-моему, знаю, где он. Блин. Он, видимо, опять у одного из тиммейтов. Да она... он тут-то прямо. А, нет, ты про это ключ, а я говорю... А, подожди! По-моему, я знаю, где он. На втором этаже, да? Да-да-да, на самом последнем этаже. Да, вот. Где там? Ага, ну я поднимаюсь, давай ко мне встретимся вместе и отыграем вдвоем. Блин, надеюсь, мы пройдем. Так. Нету тут? Так, это активирован. Активирован щиток, там открыт лазер. Фиолетовый нужен? Да-да-да. Все. Все, берем. А там чипсы можно? Нет? А, давай покупать. Все, отлично. Активируем там сейф и все. Все, я уже внизу. Да-да-да-да. Давай туда. Направо. Ага. Почти, чувак, осталось всего капель. Блин. Вот. Там что? Оранжевый ключ и пистолет. О, возьми пистолет. Оранжевый ключ. А у меня... А, нет, молоток. Давай ты возьмешь... Что это? Молоток? А, все. А куда нужно оранжевый? А, давай ты будешь стрелять, не умеешь стрелять. Хорошо, давай мне. А ты бери тогда оранжевый ключ. Возьми. Да ты сейчас все потратишь. Да. Все, давай бери. Там амошки. Все. Оранжевый нужен куда-то, походу. А его активировали уже. Блин! Ой, тихо. Как повезло. Не, оранжевый ключ тут нужен был. Но... Она нас ждет! Она крыса! А, пойдем, там где машина, гусь сюда. Понял куда? Не поднимайся вверх. Да, а да, чё, да, чё? Да, вот сюда. Это оранжевый ключ. Да? Ну его активировали. А так что тут нужно сделать? А где ключ вообще? Серый. Тут, видимо, все за нас сделали. Где серый ключ? А, так, желтый ключ. Серый ключ. А что еще не активировали? Спалился, понимаю. Блин. Все что-то, блин, ищи. Вот что, где? Блин, и патронов я не знаю где. Все, баста. Патронов тоже нету, зря только брал. Вот ты все патроны потратил. Sorry, ямба. Можешь уже туда выходить? Да нет, нам нужен серый ключ, а где он? А нам красные шестеренки, ты видел? Да. А, поднять. А что, они нужны? А там вроде не активированы. Что не активировано? Ну везде по две, а тут... А, нет, тут тоже две красные, не знаю. Да, вот и тут. Я не понимаю, что дальше. В колодце нет? Нет, тут что-то должно быть. Возможно, красные шестеренки, потому что я... А, мы их, по-моему, не активировали никто. Да нет. Да нет, там были где-то. По-моему, они на втором этаже, на последнем самом этаже. А, ну, я их, по-моему, там где-то бросил. Блин, у нас минута. А тиммейты... Блин, и еще эта крыса там. А. Она ушла, а при этом. Что? А, она нашего тиммейта убил. Я не знаю, я попробую ее. Беги. Она идет. Но я сейчас попробую немножко убить. Блин, нет, это не стоит. Все, я ее отгоняю тебя. Отлично, отгоняю. А, сейчас.
Все, нашел красные шестеренки. Блин, и времени уже мало. Да хорош, запускай. Мы тут кружим. Давай, чуть времени. Она у меня. А где ты? Она... На кухне я ее отвел. Сейчас я ее кружу. Все! Главное тут. Так, что нужно дальше? Нужно... Все, у меня серый ключ! Давай, я ее кружу. Нет, стой, аккуратнее. Давай, можешь пробегу. А, стой, сейчас я на себя заманю. Ага. Беги. Она на втором этаже, быстрее, время. Нет. Стой. Хорошо, я ее на себя. Все! Да! Мы прошли, друзья! Простите, то, что мы так много молчали, но мы просто это... Да, простите то, что я в последний час вот так долго молчали, я просто это, сосредоточенные мы очень слишком были. Просто нам надоело уже проигрывать. Ой, хорошо. Мы наконец-таки прошли это. Всё, давай, кулачок. Все, мы прошли, друзья, наконец-таки. Сейчас, ребята, будем пилить по Икее. Да, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комменты, бейте в колокол. Всем кулачка и всем пока. Всем удачи, ребята. Да, всем удачи.